Вот он тут стоит. Вдоль берега-то. Опа. О, ребята, это что-то хорошее хватануло. Друзья, всем привет! Ну что, пытаемся открыть сезон летний. Был я немножечко, пару раз все-таки на летней рыбалке, то есть пытался открыть сезон, но, к сожалению, безуспешно. То есть с Серегой мы пару раз ездили, я там что-то толком ничего не поймал, так, одна поклевка вроде была и все. Вот. Как-то мы даже и на Налиму пробовали на ночь ездить тоже. Там ясь какой-то клюнул и все. Но тоже поехали поздно, уже слишком вода большая была. Вот, в общем, мне как-то в этом году не очень везет с открытием сезона. Хотя, если честно, я не так много-то особо никуда и не ездил. Поэтому у нас сегодня 5 июня. И я приехал на наше Серовское водохранилище. Надежда что-нибудь допоймать. Народу, кстати, очень много. Много отдыхающих просто. То есть там кто-то шашлыки жарит, просто ходит, гуляет. И не так-то мало лодок, я вам скажу. То есть я летом столько лодок-то не видел. То есть очень много лодок. Вот. Поскольку сейчас вода у нас в реке очень большая. На реке, соответственно, делать совсем нечего. Поэтому здесь народ, скажем так, в избытке. Ну, кто-то просто, видать, покататься, потому что сегодня погодка очень хорошая, теплая. Правда, ветер. Видите, как сдувает. Поэтому решил вот в воскресенье съездить, так немножко отдохнуть, может, что и удастся половить. Единственное, конечно, не знаю, на что ловить лучше. Я взял, в принципе, микроджиг и мормышинг. Сейчас пока попробую на микроджиг, посмотрим что-нибудь. Воблерки, может, резинку покидать. Если ничего не будет, возможно, мормышечку достанем. Пока еще летний сезон, я еще, знаете, как-то вот не могу в тонус вбиться в эту. Даже не знаешь, какие приманки брать, какие снасти. Вроде всего есть, вроде и... Я здесь, как говорится, не первый год, а что-то как-то все это... За год все как-то подзабылось, все так это непонятно, в общем. Попробую я с воблерков. Так, у меня тут новенькие воблерки же есть. Во! Вот такой вот Lucky John Chubby. В прошлом году я не помню его, когда его покупал, наверное, в конце сезона, что ли. Вот такой вот небольшой воблерок, получается, что он, 40 миллиметров длина. Вес 3,5 грамм и заглубление до 0,4 метра. Попробую, может, его. У меня как раз сейчас спиннинг такой с тестом от 0,5 до 7 грамм. Так, ребята, ну что? Первый заброс пробуем. Да. Все, конечно, отвык от всего. Что там было? Перехлёст какой-то вроде был. Ну, видно, что вроде как уклейка плещется. Ну, уклейка, чебачок. Все-таки, возможно, есть смысл тобой. Вон, видите? Так, ребят, что-то плескающаяся там рыба не дает мне покоя. Что-то я думаю все-таки сейчас разложить еще мормышинговый комплект. Может, сорожку половить удастся. Мормышинговый комплект — это у меня спиннинг Crazy Fish Nano Zero с тестом до 1,5 грамма.
Катушка у меня Дайва Калдия 18 модельного года. Катушечка мне нравится, в принципе. Но, опять, скажем, не бюджетная. Ну, такая среднебюджетная. Ну, средних, наверное. В общем, привязал я мормышку вот такую вот золотистую 0,75 грамм. И давайте что-нибудь, кого-нибудь попробуем насадить. Вот такого, по-моему, полярис, что ли. Блин, все уже забыл. Все забыл. Ничего не помню. Ну, вроде да, полярис. Так. Ну, вот так вот. Такой вот небольшой. Ага. Так, подцепил я без поводка, потому что у меня поводки все такие там мощные. На щуку крупную. В принципе, сорожка будет, да, к нам не проблема. Вот яркий пример, когда брать 10 спиннингов. Что получается? Как так куда залезло-то, понять не могу. Ё-моё. Во, все. И там еще он плещется вовсю. Блин. Ну, клейки-то много, но что-то клевать особо-то не торопится. Пару что-то поклевок было. И все. Есть, ребята? Есть первая. Ого. Что-то... О, хороший. А, это окунь. Я думаю, что-то прям хорошо так поволок-то. А это окунишка. Ну ничего. Ну, вот такой вот небольшой окушок. Но не самый мелкий. Скажем, зимой-то, блин, зимой такого поймать за радость. Да и сейчас, в принципе, на мормышку, то есть я-то вообще тяну, так думаю. Ну, хорошо, вроде так сопротивляется. Ну вот, собственно говоря, с почином. Ну вот, пожалуйста, то есть результат. Окунь вот все-таки хорошо берет на мормышку. Он берет и берет. А вот уклейку, конечно, поймать проблематично. Опа. Окушок. Небольшой. Вот там стайку я нашел, походу. Чуть поменьше, но приятненько. Вполне себе приятно. На мормышку-то. Опа. Вот окунь если берет, так берет. А с сорогой тоже, конечно, если она вот не берет, ее тут вымучивать, ну, такое себе, не знаю. Единственное, вот плохо ветерок, конечно, меня тут все задувает. Есть, ребята. Окушок. Ну, такой неплохой. О, яркий какой. Ай-ай-ай, тихо-тихо, ты чё, парень? Дерёшься-то? Я ж тебя отпущу. О. Давай плыви, боец. Так, ну нет-нет, да рыбка вот поклевывает. Сорожка бывает, так видно, что временами тоже ты по тычке есть, но она просто тыкает и проводит. То есть несколько раз видел прям тоже. За мормышкой плывет, но как-то брать не хочет.
попробую еще здесь маленько поплавать, покидать, раз все-таки окунь, значит, и тут, и там есть, значит, он здесь не в одном месте стоит, а плавает, значит, можно пробовать кидать, искать, собственно говоря. Что-то с каждой поклевкой все меньше и меньше рыбка у нас. Ну вот, окунь берет. Окуня уговаривать не надо. С рожкой так не скажешь. Смотрите, хвост откусили. Вот это да. Была такая, ну, поклевочка обычная. Ладно, думаю, поклевка и поклевка, вытаскиваю. А там никого. Сейчас тогда поменяем кого-нибудь, насадим побольше. Хочу, вот у меня тут есть Lucky John, не помню как. Вот такой вот рыбсик побольше. Может, на окунька. Лучше будет. О! Ну, большая приманка, как будто им это больше нравится. Прям поклевок больше стало. Есть, ребята. А, смотрите, совсем карапуз. Кстати, на паузу что-то не хочет толком клевать. А вот на равномерку берет. Блин, ну погодка класс, просто класс. Опа, есть, ребята. Даже не понял, как он подсел. Вот этот уже хороший. Ну как хороший, побольше. О. Вполне такой. Ну, по местным меркам нормальный окунь. Эй, ты что это? Жить не хочешь? А ну давай полыви. Одно удовольствие таких ловить. Хотя хотелось бы, конечно, может, побольше. Вот опять ветерок задул. Ребята. Он берет. А? Плыви давай, дорогой. Ну вот, кстати, приманку первый раз на эту, скажем так, разловил. Не помню, как называется. Помню, что Lucky John и прям такие самые маленькие-маленькие приманки. По-моему, она где-то 1,2 дюйма, что ли, идет. Что-то типа такого. Название, правда, чуть забыл. Ну, в описании, наверное, оставлю, либо там спросите, если кому интересно будет. Подобрал. Так. Вот такой вот. Клевал и потом подобрал все-таки. Эх. Блин, ну. Я вам скажу. Рыбалка-то в целом-то неплохая намечается. Рыбка поклевывает. Собственно, погодка хорошая. Что еще надо? Можно теперь даже, наверное, смело сказать, что сезон летний открыт. Ну и даже сезон открытый. А, не открытый, вот лодочный сезон, так скажем, тоже открыт.
как забыл я, что это всегда для меня коряги. Ну вот, собственно, про какой ветер я и говорю. Я не знаю, что там на море делать. Скажем, на самом водохранилище. Видите, здесь у меня закуток небольшой хотя бы. Там-то совсем ветрище. Что вот там делать? Где вот там? Есть ребята. Блин, ну вообще ну, поклевки такие, прям бам-бам-бам, дергает. Прям вообще зверские такие. Только закинул сразу там бум-бум-бум-бум-бум. Проводку делаю, то есть без пауз, потому что, блин, но очень трудно отследить, когда касание, потому что, во-первых, не такой чувствительный спиннинг, скажем так, даже при условии, что 0,75 грамм. Во-вторых, ветер, во-вторых, волна, все вместе, короче, с паузами тяжело. Вот. Да и как-то пробовал, поклевок, в общем-то, никаких и не добился. А вот на равномерке, плюс я вот тяну и временами, то есть сбиваю равномерную игру, вполне себе неплохо вроде как и клюет. Ну, по крайней мере, клюет. Окунек небольшой. Так. Немножко переместился на другое место. Правда, тоже тут я, конечно, что-то в коряги самые какие-то мне занесло. Есть, ребята. Акунидзе, акунямба, кто как хочет, так и называйте. Почему-то больших особей не клюет, то ли их нет здесь, где кидаю, то ли, может, приманка и маленькая. Вроде как бы приманка-то не должна быть маленькая. Была поклевка. О, ну вот, ох, блин, зараза, хороший побольше был. Такой, скажем, съедобный. Есть, ребята. Ну, небольшой, небольшой, конечно, но приятно-то как. Беги, дорогой. Даже легкий ветерок меня все равно к берегу прибивает. Ребята, вы смотрите, я только закинул. И тут же. О. Акунидзе. Ну, такой, даже неплохой, я бы так сказал. Тихо. Беги давай. Даже я бы неплохой сказал такой. Такой вот карапуз. Блин, ну ветер, конечно, да. Их. Отплывешь, одну проводку сделаешь, и все.
даже неплохой. Блин, зимой-то что, где эти окуниси были? А? Где зимой-то? Столько сил и трудов было зимой поймать. Столько я ходил, столько я сверлил, бурил. Тут на лодочке вон подгреб, поймал. Чтоб ветра бы не было, так вообще сказка была бы. Только закинул там под берег. Ну и кто? Кушок небольшой. О, там их двое даже было. Второй рядом плыл. Худющие, конечно, но бойкие такие. Смотрим, может, что кто еще там есть. Небольшой. Небольшой озорной. Тихо. Только закинул. Вот. И окушок. Блин, оказалось, больше будет. Неплохо так сопротивлялся-то. Ух ты, вот это да, ребята, аж. Хорошо так дын-дын-дын сделал. Прям поклевка хорошая была, мощная. Есть, тут рядом неподалеку взял. Блин, ну лодки, если честно, поднадоели. Целый день вот этот гундёж, еще же, блин, сезон все открывают, начинают там в дыбы, на газах, на полном газу пятаки крутить, блин. У меня уже тут вдалеке, в принципе, голова так маленько, ну, поднадоела, скажем. А кто вот там отдыхает, шашлыки жарит, ну, малоприятное, конечно. Оп. О, отцепился. Время уже вечер, 7 час, по-моему. Солнышко потихонечку начинает садиться. Ох ты, сошел. Сошел, малец. Ну хотя не сильно мелкий был такой. Средненький, нормальный, вполне. Вполне неплохой. Иди сюда. Ну ты чуть какой-то бледный. Иди загорай давай. Опа, есть. Эх, сошел. Хорошо, сейчас ветерок вроде успокоился, и все, мне как бы к берегу не прибивает. Опа! Ребята, это хороший.
Ну как хороший, бойкий. Ну и хороший, конечно, но и бойкий. О. Ну, сейчас всю лодку мне тут измажет. О. Комары еще тут кусаются. Ну ничего себе. Вполне такой. Я вон тут себе чаек налил. У меня тут полдник, так сказать, или ужин уже намечается небольшой, думаю. Рыбачить еще может так часик-полтора. Надо чаек, да там пирожки доесть. Опа. Было, было. Вот, налил пока, думаю, пускай остынет чуть-чуть. А тут такая раздача началась по ходу дела. Ну вот он тут стоит. Вдоль берега-то. Опа. О, ребята, это что-то хорошее хватануло. Щука, щука, ребята, щука. Щука хорошая, на килограмм взяла. Хорошая, ребята, щука. Ё-моё, ребята, щука взяла на мормышку. Ё-моё, без подсаки. О, порвала. Ну, что могу сказать? Она не порвала, она срезала. У меня даже поводка же не было. Вот это да. Фу, ребят, меня аж... мурашки такие, по телу аж потрясывает немного. Блин. Главное, вот тут у лодки взяла. Я аж, ну, тяну-тяну, бах, что-то так, как бы, встало. То ли зацеп, то ли что. И он, оп-оп, начал двигаться, и, блин. Ну, щука хорошая, кило, килушка точно была, может, даже кило 100. Ну, 900 от 900, наверное, кило 200 максимум. Ну, блин, такая. Я бы и думал, я еще бы, может, и бы и вытянул, а я что-то... Когда вот отпустил, я только до меня потом дошло, что у меня же поводка-то нет, я бы ее тут... Не, шансы нулевые, конечно, были. Шнур 0,2, куда там? То есть, да и хоть какой был бы шнур, блин, не, без шансов. Вот, пожалуйста. А, казалось бы. 0,75 грамм и что у нас там было? И 1,2, по-моему, приманка. Блин, ну... Я такого, конечно, не ждал. Блин, поймать бы было бы это вообще круто, но... Что сказать, такого у меня еще никогда не было. На мормышку такая, блин, бандура, конечно, да. В общем, друзья, такая вот получилась рыбалка. В принципе, очень даже хорошая. То есть я даже не ожидал, я думал, ну, вообще думал, впустую съезжу. Когда приехал, смотрю, лодки и моторы, ну, вроде как бы вдохновился, воодушевился маленько. Думаю, значит, рыбка есть. Ну и, в принципе, рыбалка оказалась неплохая. Ну, в общем, как-то так, в общем, сезон, можно сказать, полноценно открыл. Че, лето, тепло, отлично, будем рыбачить. Спасибо всем, что смотрели, и всем, ребята, пока, до новых встреч.